Павел Бережанский встретился с коллективом детского сада в селе Савинская Слобода. Депутат Совета депутатов Одинцовского округа рассказал о предстоящих выборах губернатора Московской области. Он напомнил, что для удобства избирателей выборы губернатора Московской области в этом году будут проходить в течение 3 дней – с 8 по 10 сентября. В каждый из дней голосование будет начинаться в 8 утра и завершаться в 8 вечера. Кроме того, в Подмосковье круглосуточно работает штаб по подготовке и организации общественного наблюдения за предстоящими выборами разных уровней. Организована работа горячей линии, на которую можно обратиться по вопросам избирательного процесса.